Прохладное июньское утро, красивые нарядные выпускники Московского района Бреста. Цветы к монументу воинам-интернационалистам, как дань памяти подвигу героев. Напутственные слова, а после праздничная колонна под звуки оркестра начинает свое торжественное шествие к зданию администрации, где самых умных, трудолюбивых и упорных ждет заслуженный триумф. Ими уже заложен такой крепкий фундамент своего будущего, чтобы, хочется пожелать, чтобы не иссякла их целеустремленность, чтобы они работали, получали образование и дальнейшего работали на процветание нашего города, нашей республики. Конечно, хочется сказать благодарность нашим педагогам, которые, ведь их труд как раз сегодня и видим за счет этого нашего потенциала. Ну и, конечно же, спасибо родителям за достойное воспитание детей. Сегодня мы чествуем тех, кто является настоящей интеллектуальной элитой нашего города и нашей Беларуси. Своими победами на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, своими золотыми и серебряными медалями они вписали яркую страницу в историю Московского района города Бреста. Но впереди у них самый главный экзамен, экзамен на взрослость, на умение принимать настоящие решения, взвешенные решения, делать свой первый профессиональный выбор. А на этом празднике молодости, интеллекта и творчества героев 2023 года будут провожать восхищенные взгляды, когда по красной ковровой дорожке они пройдут для вручения самых главных наград – золотых и серебряных медалей. Сегодня я поздравляю вас с завершением обучения в ваших школах, гимназиях, лицеях. Пусть эти годы всегда вспоминаются вам теплом и благодарностью тем людям, которые сопровождали вас с 1 по 11 класс. Пусть эти годы станут надежной опорой, базой для вашего дальнейшего будущего. В этом году в Московском районе 1641 выпускник. Из них 95 получили аттестаты особого образца. 88 человек заслужили медали высшей золотой пробы, а 7 досталось почетное серебро. Но каждая медаль одинаково дорога для ее обладателей. А все эти юноши и девушки составляют достояние не только Московского района и города Бреста, но и всей республики. Меня переполняет гордость за то, что благодаря родителям, благодаря своим педагогам я достигла этого. Награды, и я очень рада. Я собираюсь поступать в Минск, в БГУ, на факультет журналистики. Есть небольшое волнение, но, наверное, больше радость, потому что 11 лет работали, старались, учились. И сегодня, безусловно, горжусь, потому что проделан колоссальный труд, очень сильно старался, много бессонных ночей было, но я думаю, дальше больше. 11 долгих лет учебы для этих ребят стали проверкой трудолюбия, прилежания и упорства, чередой из маленьких побед над самим собой, старательная подготовка к урокам, бессонные ночи перед контрольными, волнение, а порой слезы за каждую отметку в дневнике. Все ради достижения заветной цели – медали с надписью «За выдатные веды». Медаль досталась тяжело, если честно, потому что это ежедневный труд, это работа, это те силы, те знания, которые остаются со мной навсегда. И я очень рада, что я смогла достичь своей цели и получить золотую медаль. Я верю, что лучше еще впереди. Для своей будущей профессии в качестве я выбрала рекламу и связи с общественностью. Я надеюсь, что я смогу стать достаточно грамотным специалистом и очень умело выполнять свою роль. Ставил такую цель, начиная с 1 и 5 классов. Хорошо учился в школе и хотел вот так доказать себе и всем, что достоин. Благодарю педагогов, родителей и желаю всем успехов. Их мечты сбылись, надежды оправдались, а труд вознагражден по заслугам. Гордость за своего одаренного ребенка отражается в глазах родителей, которые спешат запечатлеть на фото торжественный момент. Наша девочка с 1 класса никогда не получила, наверное, ни одной 8. У нее всегда были одни 9. Она старалась, это ее
Ну, она очень любит учиться, для нее это была мечта закончить на золотую медаль. Поэтому я надеюсь, что все ее мечты сбудутся, и она обязательно получит специализацию, о которой мечтает, она к этому стремится. Сегодня здесь наш сын Василюк Матвей получает золотую медаль. Мы пришли его поддержать. Мероприятие прекрасное, чувства переполняют. Мы, наверное, как все родители, желаем успехов не только своему сыну, в первую очередь, наверное, ему, конечно, но всем остальным, чтобы их мечты сбылись. Они достигли такого эпогея, сегодня все молодцы, получают золотые медали, пускай все мечты у них сбываются. Впереди на новом этапе жизни этих ребят ждет успешное будущее и престижное образование. Ведь кому, как не им, известно, что мечты исполняет не добрый волшебник, а приложенные усилия. Любые двери открывают усердие и трудолюбие. И каждому замку есть свой золотой ключик. Оставить цель и добиваться ее они уже умеют. Людмила Лагудич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович, телекомпания «Бук ТВ».